Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Nokia G11. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс сетевых настроек на данном устройстве. Для этого мы открываем приложение «Настройки». После проходим вниз, выбираем «Систему», выбираем «Дополнительно», нажимаем «Сброс настроек» и нажимаем «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth». И нажимаем «Сбросить настройки», подтверждаем свое действие паролем и нажимаем «Да». И после этого настройки сети были сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.